Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний, прошло и в УВД города. Здесь для детей и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, было организовано чаепитие и вручение традиционных подарков к 1 сентября. Встреча представителей Совета ветеранов и руководства УМВД города с детьми погибших сотрудников получилась по-домашнему теплой. Ребят расспрашивали обо всем. Как прошел учебный год, куда ездили отдыхать, какие новые увлечения и интересы появились. В процессе этого разговора выяснилось, что такие встречи не разовые. Судьбу каждого ребенка здесь курируют, стараясь оказать в случае необходимости максимальную помощь. О своем отце Настя Анухина знает больше из рассказов родственников. Когда он погиб, ей был всего год. Мой отец погиб 2 июля 2000 года во время теракта в городе Аргун. Проехал грузовик, начиненный взрывчаткой, и взорвался возле корпуса жилого. Он был сильным, мужественным, ответственным, хорошим отцом. Настя не скрывает, в семье его потеря оказалась невосполнимой. В УМВД города об этом знают, и вот уже на протяжении 8 лет с подачи и при активном участии регионального совета ветеранов стараются к 1 сентября оказать и Настиной, и другим семьям погибших сотрудников материальную помощь. Белые конвертики ко Дню знаний ребятишки получили и на этот раз, сразу отрапортовав, что все деньги будут направлены на подготовку к школе. В преддверии нового учебного года вам, безусловно, трудовых подвигов, наверное, в новом учебном году в школах, чтобы не подводили память. Мы желаем вам, чтобы вы стали настоящими людьми, как ваши родители, мы их всех помним. Поэтому мы желаем, чтобы вы были такими же крепкими, мужественными, смелыми людьми нашего хорошего отечества. Так что всех благ вам и, главное, крепкого здоровья всем.